На конкурс дети читают стихи. Водянова Екатерина, 12 лет, город Пермь, Виктор Гин, «Поговори со мною, мама». Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь, но время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори, до звездной полночи, до самой мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, немалый в жизни пройден путь, но очень хочется порою мне снова в детство заглянуть. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я, дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя.